Музыкальная встреча в студии Донецкого радио. Последняя встреча донбасских радиослушателей с композитором и певцом Евгением Мартыновым состоялась полгода назад. И вот наш популярный земляк снова в студии Донецкого областного радио. За это время я побывал во многих уголках нашей страны с концертами, принимал участие в международной программе «Мелодии друзей 76». Мне приятно было выступать там со своими песнями. Там и состоялась премьера моей новой песни «Соловьи поют, заливаются» на слова Давида Усманова, где пел я ее с румынской певицей Марией Дауэр. В этом же году я участвовал в международном конкурсе эстрадной песни «Золотой Орфей». И очень рад, что на этом конкурсе я завоевал звание лауреата, второе место, то есть серебряную медаль. И очень благодарен нашему композитору, народному артисту Армянской Республики Константину Арбеляну, что он мне и морально, и творчески помогал в этом конкурсе. Чем именно он? Ну, когда мы приехали на конкурс, то очень была сложная обстановка с репетициями, так как участников очень было много, и поэтому надо было в короткое время так все сконцентрировать внимание и репетицию провести так, чтобы она была полезной. Потому что я повез туда 3 песни, и за 15 минут надо было все это хорошо прорепетировать и, как говорят, спеться с оркестром. По вечерам, когда я не сну, мне видится свет в одиноком окне напротив. Он тревожит меня. Там живет человек, который влюблен в слова, который творит слова, поэт. Кто знает, может, и сегодня он думает только именно обо мне. Он молчит в ночи, не спит, не спит. Гляди, беспокойного тьму. Опять молчи, опять не спи. Какие дали видны ему, ночь напролет во власти мечты. Молчи, не спи, не спи, молчи, и вот уже неясная мечта.
А кто из участников вот «Золотого Орфея» нынешнего вам больше всего понравился? Ну, больше всего мне понравился это представитель Польши, польская певица Ева Снежанка. Она очень великолепно пела болгарские песни, поэтому она заняла первое место. Очень хорошая исполнительница. Так, ну а теперь вот расскажите о встрече с ансамблем «Семеро молодых» из Югославии. И о том, как вы записывали песню «Соловей поет, заливается». Ну, с этим ансамблем я еще познакомился в 73-м году, где участвовал в международной программе «Золотая осень». Они пели свои песни, и когда я им предложил несколько своих песен, то они с удовольствием их взяли и включили в репертуар. И вот недавно, в этом году, они приехали в «Союз» и рассказали мне, что несколько песен они подготовили и хотели бы записать их на пластинку. Я туда пришел на фирму «Мелодия», и оказалось, что у них несколько ребят больные, то есть без голоса, как говорят. И поэтому мне пришлось с одним парнем петь. И вы в этой песне услышите, что один парень поет, а я ему подпеваю. И так получился у нас дуэт. То есть ансамбль «Семеро молодых» еще с добавлением меня как автора. Ты сегодня вдруг забыла, что вчера мне говорила. Говорила о своей любви. Ты, наверное, пошутила или просто повторила только то, что пели соловьи. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбиваются, а твои слова не забудутся. Сбудутся, соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбиваются, а твои слова не забудутся. Сбудутся, сбудутся. Ты сказала до свидания, улыбнулась на прощание и глаза прищурила свои. Ушла, а я остался. Верил я и сомневался, а вокруг все пели соловьи. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбиваются, а твои слова не забудутся. Сбудутся, сбудутся. Соловьи поют, заливаются, все приметы сбиваются, а твои слова не забудутся. Сбудутся, сбудутся. Ты сегодня вдруг забыла, что вчера мне говорила, говорила о своей любви. Приходи, я жду, как прежде, о любви и о надежде. Нам поют с тобою соловьи. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбиваются, а твои слова не забудутся. Сбудутся, сбудутся. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбиваются, а твои слова не забудутся. Сбудутся, сбудутся. Да, вот я недавно был также в Эстонии, в Таллине, знакомился с музыкантами, с исполнителями, проведал своего друга, очень хорошего исполнителя, эстонского певца Як Йола, который, вы знаете, исполняет мою песню «Я тебе весь мир подарю». И мне на радио показали песню «Я жду весну». И попросили меня внимательно послушать. И когда я послушал эту песню, то еще пришел к такому убеждению, что вот можно из песни делать несколько вариантов. И какой наиболее ближе вариант автору, тот получается как бы наилучшим показом песни. И мне кажется, что
лучше эту песню все-таки исполнили Анна Герман. И вот сейчас в исполнении Хэйди Таммы она еще лучше звучит, эта песня. Это мое просто мнение. Ma ukse avan tälle siis, las püsi mõni pilk küll kaua teil, päil võitevaiseks siiski jääb, las igatsedes keegi ootab veel, mul armastus on ammu. Ja priil, kui talv on meil ja üksinduse jäälda kaasa viib. Ning kui ma juba näen, et arm on see, ma ukse avan talle siis. Las püsib mõni pilk küll kaua teel. Tail võitevaseks siiski jääb, las igatsedes kiid ootab veel, mul armastus on ammu тоже пожелаем Евгению Мартынову дальнейших творческих успехов и будем с нетерпением ждать его в нашей радиостудии с новыми песнями. Сказкой стала нам любовь.
что ты красивей всех. Песни звучит во мне твой смех снова, как будто в первый раз. Та сказка чарует нас. Я тебя своей Алёнушкой зову. Прекрасна эта сказка наяву. Как я счастлив, что могу признаться вновь и вновь, что вечной сказкой стала нам любовь.